Покорению пика, названного в честь уроженца Коркина, одного из лучших альпинистов 20 века Анатолия Букреева, предшествовало два акклиматизационных выхода в горы. После чего Данил Белоусов вместе с коллегой поднялись на высоту более 1300 метров. Восхождение заняло 11 часов и осложнялось тем, что совершалось в лавиноопасный период. Ветер на вершине достигал 40 метров в секунду. В ближайшее время альпинисты планируют покорить гору Олимп в Греции. При этом рассчитывают на помощь спонсоров. Предприниматели мотивируют тем, что обитель древнегреческих богов – отличное место для размещения символики компании. Впрочем, этим планы Данила Белоусова не ограничиваются. Глобальная цель – подняться на Килиманджаро.